Добрый день, добрый час, друзья дорогие, клиенты, конкуренты, поклонники. Компания Arbat Homes снова с вами. Я, Татьяна Пикер, приветствую вас. Сегодня на повестке дня район Укур-Джалар. Кто-то слышал, кто-то нет. Расскажу и сразу забегаю вперед, озвучиваю цену. 72 500 евро. Это 1+1 60 квадратов на этапе котлована. Самая начальная стадия. Что вы знаете о районе Укур-Джалар? Скорее всего, это туристическая курортная зона, где есть множество отелей самых лучших пятизвездочных премиум-класса, которые открыты и зимой, и летом. Так как в Алании и в близлежащих районах Алании уже заканчиваются свободные земельные участки, то застройщики уже в самых отдаленных районах также строят новые комплексы. В одном из таких районов находимся сегодня и мы с вами. От центра Алании до места, где я сейчас нахожусь, района Укур-Джалар, плюс-минус 30 километров. Очень удобное расположение относительно аэропортов, то есть 75 километров до аэропорта города Гази-Паша и Анталийского аэропорта 80 километров. Вы можете найти билеты по приятной цене и прилететь и в Гази-Пашу, и в Анталию. Вот так, дорогие мои. И хотелось бы вам показать вот этот земельный участок, собственно, здесь. К сожалению, будут выкорчевывать бананы, и здесь будет расположен наш комплекс. Когда сегодня я сюда приехала, вы знаете, я удивилась появлением новых домов и комплексов. Я работала в туризме в этом районе и в Афсаларе 14-15 лет. И тогда из построек здесь были только дома турецкого типа на куриных ножках. Вот типа вот такой. А сейчас за мной вы видите более современные здания, которым максимум 5 лет. И вот уже застройщики как раз добрались и сюда. Итак, дорогие мои, вот земельный участок, площадь составляет 2380 квадратных метров, расстояние 300 метров, пляж отличный, будем там с вами подводить итоги. Что будет на территории комплекса? Два пятиэтажных блока. Если вы не любите муравейники или, как в комментариях назвали, человечники, где много проживающих и высотные здания, и много блоков, то вот это вот место, конечно, вам понравится. То есть здесь тихо, спокойно, и, в принципе, сам район спокойный. Всего два пятиэтажных блока. Инфраструктура очень интересная и отличается от других комплексов, которые показывали мы в последнее время в районах Алании. То есть кроме стандартных сауны, хамама, тренажерных залов, соответственно, и 7/24 видеонаблюдения, и управляющие, которые будут 7/24 также здесь находиться и помогать вам во всех вопросах, кинозал, теннисный корт, баскетбольная и волейбольная площадка. Для любителей активного отдыха комплекс этот также подойдет. Давайте перейдем к планировкам. 1+1 60 квадратов, 72 500 евро стартовая цена на данный момент. Будет ли ценник подниматься? Будет и не один раз. Поэтому, если интересен комплекс, номер на экране, все мессенджеры подключены. Пишем, созваниваемся, отправляем залог, и уже можно будет ценник фиксировать. Повторяю, несколько раз будет повышение цены. Квартиры 2+1, 77 квадратов, но совсем мало осталось квартир данной планировки. Есть дуплексы 2+1, двухуровневые квартиры, площадь 115-125 квадратных метров, и 3+1 дуплексы, двухуровневые четырехкомнатные квартиры 145 квадратов. Подробно по каждой планировке ценник не озвучиваю. Если интересно будет, напишите в комментариях, все пропишу, какой будет, какая цена сейчас на данный момент. Вот по этой улице вы будете идти прямо на пляж. И отсюда видно, что квартиры будут со второго этажа, также с видом на море. Друзья,
забыла сказать, когда стартует у нас стройка и когда комплекс будет сдан в эксплуатацию. Вот уже буквально через полтора месяца, в июне 2022 года, стройка начнется, и ровно через год, в июне 2023 года, комплекс будет сдан в эксплуатацию. Что касается плана оплаты, стандартный 40% первоначальный взнос, рассрочка беспроцентная на 1 год. Если вы хотите оплатить сразу всю стоимость квартиры, тогда застройщик будет делать вам скидочку. Но это в индивидуальном порядке будем обсуждать. Хотела вам еще сказать, есть два красивых места в этом районе. Если вы надумаете сюда приехать или в отель, или приобрести здесь недвижимость, есть река Алара-Чай. Конечно, пешком вы до нее не доберетесь, или на автобусе, или на машине нужно будет поехать. Прекрасные, красивые места, и кафе, и рестораны. Хорошо отдохнете. Можно ее даже немного сравнить с рекой Дим-Чай. И самая красивая Аланийская бухта Карабурун находится также в 10 минут ходьбы от нашего комплекса. А что могу вам сказать относительно застройщика? Очень известный застройщик, но не на Средиземноморье. Сдано этой строительной компании уже больше 10 объектов в Анкаре и в городе Балыкесир. И теперь свою профессиональную деятельность этот застройщик начинает уже и на Средиземноморье. Дорогие мои, я иду на пляж, будем с вами там подводить итоги. Так хотелось на пляже напротив нашего комплекса подвести итоги, но мы нашли перекресток, и дороги отсюда ведут как раз до вот этих отелей премиум-класса, и здесь так оживленно, и магазины, и большие торговые центры, аутлеты. И мне захотелось показать вам вот это вот живой этот перекресток. И, наверное, здесь мы с вами будем и итоги подводить. Итак, смотрели мы с вами сегодня комплекс на самом начальном этапе строительства в районе Укуржалар, 30 километров до центра Алании. Стоимость сейчас квартир от 72 500 евро. Конечно, вы спросите, а как обстоят дела с инфраструктурой этого района? Вы знаете, здесь в основном проживают те, кто обслуживают отели. И иностранцы интересуются также недвижимостью здесь, потому что, вы знаете, потому что пляжи хорошие, так же, как и Апсалар, пляжи Укуржалары славятся мелким песком и пологим входом в море, а также тем, что здесь спокойно. Поэтому тихий, спокойный район, инфраструктура есть, все сетевые маркеты, которые я в каждом ролике перечисляю, здесь присутствуют. Да, их не так много, это все зависит от спроса и от роста проживающих в этом районе. Еще год-два, и здесь будет второй Махмутлар. Дорогие мои, Укуржалар, 30 километров до центра, 72 500 евро. Татьяна Пикер, всем огромный привет. Пока-пока.